Семья черных лебедей, обитающих в Ивановском зоопарке, пыталась обзавестись потомством и свить гнездо в течение последних 2 лет. Но произошло это только сейчас. И очень неожиданно и для сотрудников зоосада, и для самих молодых родителей. Видимо, пока они отходили покушать, поплавать, гуси обыкновенные поймали этот момент, отложили в ее гнездо яйца. Она, соответственно, их потом прогнала, высидела, и вот мы получили маленьких не лебедят, а маленьких гусят. Лебеди не только пример верности и благородства, они еще и очень заботливые родители. Птенцов признали, кормят и оберегают. Есть только одно «но». В отличие от приемных мамы и папы водоплавающих птиц, гусята купаться идут неохотно. Но это пока. Дальше все будет зависеть от воспитания. Гуси, которые воспитываются с лебедями, они, соответственно, примут повадки родителей, потому что лебеди немножко ведут себя по-другому. Если же мы курицы подложим гусят, то гусята тоже подстроятся под родителей и будут так же вести, такая же манера поведения. То есть это нормально. То есть, в принципе, как у людей. Каковы родители, в основном, таковы дети. Сотрудники зоосада уверены, все к лучшему. Для черных лебедей это отличная репетиция перед тем, как завести собственное потомство. А их приемные гуси-лебеди, когда вырастут, останутся в контактном зоопарке. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.